А перед началом ролика хочу посоветовать вам канал Хабибов. Здесь выходит очень крутой контент. Это ловля домов и бизнесов. Канал только начал развиваться. Давайте его поддержим. Ссылочка на этот канал будет в описании. Всем советую перейти, посмотреть. Я думаю, вам такой контент понравится. Так что подписывайтесь. Я тоже подпишусь. Буду следить за этим каналом, смотреть видосики. Потому что я вот посмотрел два видео, мне они понравились. Также я вам советую, подписывайтесь, давайте поддержим, так сказать, начинающий канал. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в финалочку на серию Родина Реплей, Центральный Округ. Мы здесь Кирилл Путбулов, вы не забывайте мой ник при регистрации. Итак, пацаны, наконец-то вышел долгожданный новый модпак. И сегодня мы его посмотрим подробненько. В принципе, у меня был бы этот модпак до этого стоял. В принципе, я заметил, что скины многие изменились. Мне какого-то вот такого гея дали. Серьезно, какого-то пидораса похож он. Шарфик какой-то, блин. Это 299 скин, блядь, это пиздец. Это реально пиздец. Я мне стыдно с таком скине ходить. Давайте я лучше женский скин надену, и то лучше будет. Потому что это реально пиздец. Так, пишем хоус. Так, меню, шкаф, одежда. Переодеться. А, ну вот эта тёлка есть, короче. Ладно, давайте все-таки того гомосека возьмем, блин. Ну серьезно, мне тут скин реально на гомосека похож, как по мне. Вот, вот этот, блин. Поэтому сейчас поедем, посмотрим скины, возможно, себе какой-то скин как раз и купим. Посмотрим машины на всех буринках. Но я заметил, что там Audi добавили. Какого хрена у меня теперь такая Audi? Блин, мне та больше нравилась. Та красивее была. Теперь у меня вот такая Audi. Бля, вот это обидно на самом деле. Реально обидно. Ну, в карте она хоть не поменялась. Не, Audi полицейская, хорошо. Пиздец, ну мне она не нравится, серьезно. Ну, мне это больше нравилось. Они взяли такую, поставили. Ну, ладно. Хрен с ним, короче. Ладно, поехали. Думаю, сначала магазин одежды, потом посмотрим уже машины, либо наоборот. Не знаю, сейчас посмотрим, короче. А с вас обязательно, пацаны, лайки. И не забывайте подписываться на канал. Так, добавили, я вижу, новые Volkswagen CC, по-моему. Если не ошибаюсь. CC, Volkswagen CC. Да, это CC, короче. Блин, ну прикольно, чё. Реально прикольно. Очень прикольно. Красивые такие Volkswagen, мне очень нравятся. Я бы все-таки приобрел. Возможно, пацаны, в скором времени я, наверное, продам все-таки яхту и купим что-то новое из модпака. Я думаю, это будет прикольно. Но вы сами видели, что из моих машин ничего не изменилось. Так, вот у нас магазин одежды, короче. Давайте в него зайдем. И посмотрим, что у нас есть здесь за скины, в принципе. Так. Ага, вот этот скин был. Вот этот скин, я, честно говоря, не помню даже. Вот этого не было скина. Вот этот, по-моему, был. Был. Ну, сейчас, пожалуйста, какой-то скин тоже выберем интересный, потому что мне вот этот вообще не нравится. Педик, короче. Там, кстати, команда была, блин, когда заходишь. Как там одежду купить? Ладно, сейчас разберемся. Давайте посмотрим скины. Так, вот этого не было скина, я не помню. По-моему, вот этого тоже не было. Так, этот был. Не, ну скинов довольно-таки много. Разные скины, кстати, у меня был в этом модпаке. Там вот этот скин прикольный, кстати, такой. Так, ну... Чё, нормально. В принципе, нормально, но надо этот скин поменять, сейчас я тачку возьму, чтобы она не пропала. Не, ну честно говоря, жалко, что мне изменили машину, мне в том расцвете больше нравилась тачка, а теперь она вот в таком расцвете. Ну, конечно, не очень приятно, да. Так, а как там покупать скин? Так, хоусы скин, да? Хоусы скин, хорошо. Так, сейчас купим себе скин какой-то. Мне там один скин понравился, в принципе. По-моему, вот этот неплохой, кстати, скин. Так, еще тут какой-то мне понравился. Нет, не этот. Нет. Не, ну, скорее всего, вот этот больше всего такой более прикольный. Вот такой вот. Хорошо, выбор. Спасибо. Бля, это надо его ехать домой, типа, переодевать. Ладно, пока в этом скине побегаем сегодня, потом уже тот оденем. Ну, реально, такой пидорский. А, меня от него реально бесит. Он меня реально херит просто этот скин. Реально, мне не нравится. Напишите, кому тоже не нравится, в комментариях, пацаны. Серьезно, ну скин такой себе, знаете. Для любителя, я бы сказал. Блин, только что такое столкновение было с фурой. Он просто поворачивал.
Пиздец, нахуя так делать, я вот не понимаю. Все, включаем мигалку, короче. Кстати, мигалка красиво выглядит. Так. Ну, здесь ничего не изменили. Я хочу сейчас по фракциям проехать, а потом как раз по автосалонам всем проедемся. Посмотрим, что там у нас поменялось. Возможно, солью яхту в следующей серии, купим себе какую-то машину, если эта машина меня как-то зацепит. Как бы, да. Так, я чего-то не понимаю. Я вот смотрел видео, релиз типа модпака, там были совсем другие машины. Здесь же у меня вот такие вот машины, короче, там все дела. У меня только модпак Родины стоит. Я не знаю, в чем прикол. Что-то в релизе, я вот релиз смотрел перед тем, как модпак установить, то там были совсем другие машины. Вот вертолет у нас здесь есть, кстати. Вертолет, кстати, прикольно выглядит, такой симпатичненький. Полицейский вертолет. Я так понял, наверное, на центральном округе один модпак, на южном округе другой модпак. И, скорее всего, оно так и есть. Ну, вот такие вот машинки здесь, в принципе. Чё могу сказать? Ну, прикольно выглядит. Реально прикольно. Мне, в принципе, нравятся такие Шкоды. Октавия, я так понял. Да, это Октавия. Ну, вроде бы у меня раньше это Камрюхи были. Но я так понял, да, наверное, на ЦО один модпак, на ЮГ другой модпак, короче. Ну, ладно, и так нормально, я думаю. Так, идет набор. Поздравляю. Че он там хочет? Здорово. Дружище, я тебя не знаю даже. Так, заводим. Да иди ты с машины нахрен моей. В натуре, что они садятся, блядь, ко мне в машину? Вот реально не люблю людей, какие без спроса, просто тачку садятся и все, и сидят. Реально такие бесят. Так, Мерседес, по-моему, не поменялся. Ну, скорой помощи, в принципе. Ну, блин, я их уже показывал. Ну, можно еще раз показать. Вот такие они теперь стали, скорой помощи. Ну да, я понял, что для ЦО один модпак, для ЮГ другой. Ну, скорее всего, если... Поправьте меня, короче, в комментариях, потому что я не знаю, может, я как-то неправильно установил или что. Я просто без понятия. Ладно, пофиг, короче, поехали. Что? Подвези. Я еду в автосалон элитных машин. Ну что, мне сюда ехать, как бы, блин. Я бы с радостью подвез, мне не трудно это сделать. Мы просто модпак как бы смотрим, поэтому. Так, здесь у нас, ну, я так вижу, что ни хрена не поменялось. В принципе, да. Dodge. Хотя Rolls-Royce, когда у меня был бета модпак, был вообще другой совсем. Я думаю, вы помните. Сейчас он обратно старый. Блин, я не знаю, что происходит. Действительно ли на южном округе другой модпак будет? Ну, типа там другие машины будут. Или нет, я вот этого на самом деле не знаю. Поэтому я не могу понять, что происходит. Почему у меня не камрюхи? Потому что я смотрел релиз, там вот эти машины, короче, инкассаторов. Они там Ford Transit, а у нас это обычные газели. Я вот что-то догоняю, серьезно, надо будет почитать подробно. А то я, наверное, сейчас жестко туплю. На самом деле на каждом сервере разный модпак, скорее всего. Ну, хрен знает, короче. Ну, до этого тоже был релиз, я помню, модпак, но он оказался, типа, неоптимизированным, каким-то баганым. И вот перерелиз, так сказать, сделали. И, как по мне, вообще идеально все работает, не лагает. В принципе. Ну, что-то тут ничего не изменилось, на самом деле. Надо будет еще на Буринг съездить и там посмотреть, изменилось что-то или нет. Кстати, моделька, видите, баганая. Когда ударяется, пропадает, типа, надписи. Белая дверь становится. Ну, такое себе. Можно было как-то это профиксить, не знаю. Мне вообще старая расцветка больше нравилась на аудюхах. Блин, и взяли вот эту старую, поставили. Ну, мне не нравится. Мне вот эта такая голубая была, красивая, блин, а это... Ну, такое. Тут у меня номера почти подходят. Видите, у меня тоже 3 шестерки. Если было 4 шестерки, было бы вообще топчик. Рар, 4 шестерки, если был номер, вообще было бы охуенно, я думаю. Но здесь тоже ничего нету, поэтому поехали, наверное, на Баурынок, посмотрим. Я заметил, что много скинов фракций на видосе именно изменили, не знаю, как здесь. Я реально что-то, блин, не догоняю, что, блин, либо я неправильно что-то сделал, либо на каждом сервере, то есть на центральном один модпак, на южном другой модпак.
Ну так оно есть, в принципе. Поэтому, блин, может потом на южный зайти округ и посмотреть. Там вот пак, в принципе. Вот реально, пацаны, кто знает, напишите в комментариях, пожалуйста. Чё там и как. Так, давайте еще съездим, короче, посмотрим. Что там за машины? Так. Ага, смотрите, какие-то машинки новые. Блин, прикольные. Это у нас, по-моему, Volvo. Давайте посмотрим на них. Ага, такие вот красивые, в принципе, универсалы Kia. Блин, очень красивые машинки, кстати. Да, я так понял, на каждом сервере разный модпак. Ну, блин, если вы захотите, то можно будет потом мне установить модпак центрального округа. И, точнее, южного округа на центральный округ. Ну, вы поняли, думаю, просто IP поменять и все. И посмотреть, какой модпак на южном округе, только я буду смотреть его на центральном округе. Ну, короче, блин, вы поняли, я думаю. Конечно, запутанно объяснил, но, думаю, понятно. Ну, прикольно такие Kia, симпатичные. Так, все, поехали на Бу-рынок, наверное. Потом поедем еще в ДПС, в мэрию и в банк. Посмотрим, что там за машины еще у нас. Так, вроде бы как гелик изменился, у него раньше, по-моему, не было таких железных таких штук на фарах. Но я считаю, они некрасиво вообще смотрятся, эти железные штуки. Так, что-то у нас тут еще есть новенького, ничего нету. Можно как-то проехать. Спасибо. Так, Чирон. Был. Так, двенашка, по-моему, не было. Двенашку добавили. Двенашки, по-моему, не было, да. Двенашки не было у нас. Семерка, по-моему, была или не была, я не знаю. Не, ну прикольные тачки. Двенашки, по-моему, по-любому не было, вроде бы как. Поэтому двенашку, да, добавили, короче. Так, ну быстрее можно. Опачки. Блин, какой Порш добавили. Это Порш, по-моему, какой? Кайман. Турбо. Так, там Мерседес, пацан, заехал. Я такого не видел. Я хочу цену спросить. Он симпатичный такой. Так, давайте цену спросим. Вот этого чувака. Так. Цена. За сколько он его продаст? Это, по-моему, 222 же, если я не ошибаюсь. Киря, снимаешь? Да, снимаю. Блин. Этот Мерседес, кстати, очень симпатичный. Вон там еще такой стоит. Ебать, Поршак, смотрите какой. Ёб твою налево. Бля, я хочу себе этот Поршак. Я просто его себе хочу. Ебать, он охуенный, смотрите. Блин. Вот еще Мерседес. Блин, я себе Поршака захотел. Я просто себе захотел Поршака купить. Реально. Я не знаю, что это за... Ну, скорее, это Порш, что был раньше, я так думаю. Не, ну, блин, очень охуенный Порш. Реально, очень нравится. Вообще по кайфу. Так, поехали, ладно, по другим фракциям, короче. Покатаемся. Ну, вот администрация области, вот два этих Мерседеса стоят. Блин, ну, Поршак мне очень понравился. Я думаю, себе куплю его в будущем, короче. Потому что реально Поршак очень симпатичный. Так, поехали тогда к банку. И вон Мерседес-то тоже прикольный, беленький вот тот. Я бы себе тоже такой бы взял. На самом-то деле. Бугатти. Так, ну там Мерседес у нас вроде бы ничего не поменялось. Давайте съездим в ДПС. В принципе, последняя такая точка наша будет. И уже там будет завершать. Так, ну здесь что у нас обстановочка какая? Форды, короче, аудюхи такие самые, как у меня. Ну и все, в принципе. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I was from the outside, I was from the north.